будет просто невероятно эпично! Почти все готово, осталось совсем чуточку. Что это за такой тонкий блок? Точно! Это же обалденная ловушка. Вот она какая, вот-вот-вот. В нее проваливается абсолютно любой блок. Мне это нравится. Не понял. Дурацкая ловушка. Ладно, чуть-чуть осталось сделать. Владус, иди сюда, тут сундук. Стоп, тут сундук. Что? Лёнь, ты чего меня зовешь там? Что с тобой вообще? Чего там у тебя происходит? Владус, тут в сундуке алмазы. Но тебе нельзя. В смысле нельзя, Лёнь? Да ты офигел, я сам эти... Чего? Ты чё? Он что сделал вообще только что? Владус выпал из мира. Это что сейчас было, Лёня? Чё? Чё? Ты зачем сделал мне эту ловушку дурацкую, а? Получилось. Получилось, значит, я тебе сейчас такую ловушку сделаю, что ты просто обалдеешь, задница шоколадная. Давайте так, я выключусь в Дискорде. Ща я ему покажу, как делаются настоящие ловушки в Майнкрафте. Иди отсюда давай. Лёня был убит Владусом. Вот так-то лучше. И это еще не вся моя ловушка. О, это еще что здесь такое? Да, Чока, а ты что тут делаешь вообще на моей арене? Дядя Владус, а я новое видео снимал. Извините, я у вас на арене построил вот такую постройку Амонгуса. Амонгуса? Погоди-ка, сейчас не понял. Реально большой Амонгус. Он что еще отодвигается? Это что вообще за постройка такая? Дядя Владус, я это в своем видео все заснял и рассказал, как так делать. Если что, этот ролик будет на моем канале. Называется Чока Майнкрафт. Ребята, если вы еще не подписаны на канал Шоколадки Чока, прямо сейчас сделайте. Все, давай иди, а я твою использую постройку для моей ловушки. Хорошо, дядя Владус. Ты чего? На меня все равно никто не подпишется. Не-не-не, Чока, ты не переживай, все будет нормально. На тебя подпишется куча-куча людей. Не верю. Ребята, давайте поддержим шоколадку Чока. И сейчас я вот что сделаю. Мы включим режим креатива и возьмем кучу-кучу алмазной руды. Я уже подписался. Классный канал, мне нравится. Там еще эмоции так меняются прикольно. Короче, вообще круто. Арбузкин, ты-то что тут делаешь? Давай иди отсюда, не мешай мне делать обалденную ловушку. Смотрите, мне нужна реально огромная-огромная куча алмазов, которая... Подожди, у меня есть для тебя одна вещичка. Арбузкин, ты меня достал. Что за вещичка у тебя для меня есть? Вот, держи. О, волшебная палочка. Так она у меня была. Вот, Арбузкин, она есть у меня. Все, давай иди отсюда. Что нет? Твоя палочка, фигня. У меня палочка Гарри Поттера. Иди отсюда, Гарри Поттер, ты местный. Давай уже, пожалуйста, это... Алкашня, достал он меня уже реально, этот арбузкин. Короче, смотрите, мы сейчас делаем огромную-огромную гору алмазов внутри разбившегося Амонгуса, получается. Но это не суть. Суть будет абсолютно в другом. У меня есть специальный алмаз, который будет зачарованный. Смотрите, вот именно этот алмаз мы сейчас зачаруем. Звал! Что? Помелыч? Не звал, иди отсюда, пожалуйста. Ну ты алкашня сказал, я и пришел. Господи, Помелыч, отстань, мне нужно блок зачаровать волшебной палочкой. Че надо, Помела будешь? Нет, не буду, Помелыч, я не люблю Помела так, как ты. Иди, пожалуйста, отсюда, ладно? Давайте, сейчас мы его зачаруем. Ахалай, махалай, алмаз... Звал! Помелыч, пожалуйста, уйди. В смысле Помела не любишь? Я же сейчас заплачу. Ты хотел сказать заплачу? Да. Спасибо. А теперь иди, пожалуйста, туда, где у нас Арбузкин. В общем-то, ахалай, махалай, алмаз живой превращай. Вроде бы получилось, но что произойдет, я...
Помелыч! Звал? Не звал я тебя, иди отсюда! Так, все, мне нужно бежать до Ленчика. Мы ему, ребята, конечно же, вручим самую хорошую алмазную кирку для того, чтобы скопать еще больше алмазов. Можно алмаз позже? На, держи один. Вот тот. Нет, тот нельзя, Помелыч, тот для Лени. Я тебе сказал стоять, ты зараза такая. Стой, я же тебя сейчас за задницу как схвачу и выкину отсюда. Так, ребята, пойдемте включимся в Дискорде. Лень, ты готов уже или нет? Нет. 5 минут спустя. А сейчас? Нет. Еще 5 минут спустя. Владус! Ты только не смейся, ПЖ! Помоги, пожалуйста! Что там происходит? У меня ловушка не удалась! В смысле не удалась ловушка? Лень, что происходит вообще? Ёлки-матрешки! Лёня? Ты что? Ты что, призрак? Что делать? Я не знаю, что делать. Ты не... Стой! Не смотри, не смотри! В смысле не смотреть, Лень? Я хочу посмотреть, что там у тебя... Так вышло вообще? Так, все. Нет, ну не смотри, удали это, смотри запись. Нет, я это все заснял. Ребята, если вы поставите лайк, я это никогда стирать не буду и выложу на YouTube. Да блин, пожалуйста, как это меня вообще туда так получилось? Владус, удали. Нет, ребята, 20 тысяч лайков, и я ни за что не удаляю этот ролик с YouTube. Вы на него только посмотрите, как так могло получиться. Как стать челобуком обратно, а? Скажи, пожалуйста. Я не знаю, Лень, но пойдем, я тебе покажу свою топовую ловушку, но это тебе точно понравится. Стой! Есть идея! Я сейчас туда прыгну. Куда прыгнешь? Жди меня там! Ладно, давай. Ну, может сработает, не знаю. 10 минут спустя. Пойдем! О, Лень, ну, зря ты превратился обратно в человека. Сам такой! Я не знаю, что тут сказать, пошли. Я знаю, что ты думаешь, сам такой. Да ничего я не думаю, Лень, все нормально. Вот, держи тебе алмазную кирку, она тебе сейчас очень сильно пригодится. Одну секунду, пожалуй, ладно? Ладно. Лень, получилось? Ага. Ну все, бери кирку и иди копать скорее алмазы. Буратино, блин. Не хотел вылазить. Давай, иди уже, копай быстрее. Тебе нужно вскопать всю эту огромную гору алмазов. Только поторопись, иначе они исчезнут. О, нет, Владус, это что было такое? В чем подвох? Ну как в чем подвох, Лень? Ни в чем, просто копай алмазы и все. Ой! Лёня нарвался на злого алмаза. Вы посмотрите, они просто за ним начинают бегать. По-моему, Лёнь, моя ловушка оказалась лучше твоей. Владус, помоги. Леонид Андреевич был убит алмазным блоком. Да, и такое бывает. Да его эта ловушка, фигня! Моя ловушка будет лучше! 100 раз. Не понял, а где буквы? А-а-а! Вот же они! А, стоп! Интересно, а что из них можно составить? Какое слово? Я не могу! Я не умею, ребята! Напишите в комментариях, какое слово можно составить из этих букв! Подсказка, это слово из Майнкрафта! Я слишком глупый! Чтобы догадаться до этого слова, напишите в комментариях, если вы разгадали этот ребус. Извините, я пошел делать ловушку. Интересно, какую ловушку сможет построить Леня, но мне кажется, что вряд ли у него получится вообще. Сейчас мы расставим сюда интересные вещи. Сюда мы поставим динамит и сразу же сверху поставим рычаг. А вот в эти ямы мы уже поставим командные блоки. Но что будет внутри этих командных блоков, вы узнаете немножечко попозже. Ленчику предстоит выбрать правильный рычаг. Ой, ребята, вот эти командные блоки будут капец какие интересные. Но самый правильный рычаг я вам чуть позже скажу, где будет. Я все. Ну, наконец-то, Лень, я тебя жду уже 1 000 000 лет. Что там у тебя такое? Офигеть, Лень, это что вообще у тебя здесь построено? Хочешь получить этот слиток Назарита? Ну, конечно, Лень, я обожаю просто Назарит. Кто его вообще в Майнкрафте не любит? Конечно, да. Перенеси 15 ящиков в ангар, и я тебе его дам. Ладно, зараза ты такая, хорошо, перенесу. И что? Собственно говоря, Лень, а если здесь что-то взорвется, например, а? 3 ящика перенес. 3 ящика, да, это 3-й ящик. Хорошо, Леонид Андреевич, ты зараза такая. Работай! Так, уже 5 ящиков, Лень, уже почти все готово. Ребята, давайте поставьте лайки, у Лени ловушка никакая не сработает. Уже 6 ящиков, надеюсь, вы уже поставили лайкосик на эту серию. Интересно, что он тут задумал, что будет не так, я просто не понимаю. Лень, ну сейчас все будет, Лень, я этот слиток Назарита заберу, уже 9 ящиков, 9 перенес. Осталось-то совсем чуть-чуть, уже 10. Смотри, 11, потом 12, 13 и 14. Стоп. Леня, в смысле 14? Ты же сказал 15 ящиков. Ты что? Стоять, зараза такая!
Лёнь, ты чё? Офигел, что ли, совсем? Обманул! Ты, Лёнь, да ты мне должен слиток, ты зри-то! Вот! Нету слитка! Нету слитка? Иди, лови слиток! Вот так вот, получай, зараза такая! А мы идем на мою арену, сейчас Лёня вообще офигеет от моей ловушки! Что ты там ржешь, зараза такая шоколадная? Вот! Ты чё? Ты опять слитки на Зарита выкинул, что ли? Ладно, ладно, ладно. Проходи сюда, здесь тебе предстоит выбрать правильный рычаг, Леонид Андреевич. Фигня. Чё сразу фигня-то? Давай выбирай, только смотри, не ошибись. Кстати, вот когда ртом вот так вот делаешь, вот такой вот звук, да, вот это. Ну, да, отстань! Я понял, смотри. Чё? Выбирай рычаг. Леня был убит Владусом. Что же выбрать? Выбираю первый. Нормально. Владус, ты что сделал? Ну что, Лень, первый рычаг значит неправильный, давай выбирай другой. А, зараза такая, какой рычаг правильный? Не знаю, может быть второй? Может быть, слушай, а может быть и второй? Да ладно, Лень, подсказал кто-то или сам додумался? Давай нажимай уже на него. А, ладно, отчет. Давай, 3, 2, 1. Да уж, Леонид Андреевич был поражен молнией. Значит, второй рычаг тоже неправильный. Владус, а какой правильный? Как? Наверное, последний, он один остался. Тебе хана. Леня, это тебе хана. Иди сюда, быстро выбирай уже все. Не надо стреляться, просто нажимай на рычаг. Точно правильный? Ну, конечно, он же один остался, Лень. Фух. Ну, с богом. Давай. Давай. А что это было? Ну, как что было? Взрыв. Леонид Андреевич разбился насмерть. Да как можно было не понять, что правильный рычаг вот он здесь, и он ничего не делает. Ребята, если вы хотите увидеть больше серий по битве ловушек, прямо сейчас подпишитесь на канал. Вот здесь кнопка. Ты чё? Иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, Лёня на меня разозлился. Подписывайтесь на канал скорее прямо сейчас, чтобы не пропускать новые видео. А также посмотрите прошлые видеоролики на канале. Они все здесь. Нажимайте, смотрите. Пока.